Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов, естественно, этого очень интересного сегодняшнего нашего собрания, этой конференции. С 10 часов утра думала, ну, включу и буду заниматься какими-то своими делами. Нет, все настолько интересно, что вот приковалось к экрану, и с удовольствием слушаю и получаю массу интересной информации от своих коллег, которые ну, вот, по какой-то странной случайности находятся так далеко от Астрахани. Я хотела представиться, но меня уже представили. Возглавляю один из самых больших факультетов и по контингенту, и по направлениям Астраханского государственного университета. Мы вышли из бывшего Астраханского педагогического университета, и я очень горжусь тем, что единственный декан, который остался, и название именно педагогические факультеты в нашей аббревиатуре сохранилось. Инклюзивным образованием в нашем некогда еще в педагогическом университете, начала заниматься первая не я. У нас были очень хорошие проекты, совместные проекты, в том числе с Волгоградским государственным педагогическим университетом по темпусу, и как раз это были нулевые годы, и мы разрабатывали совместные программы по инклюзивному образованию, тогда для нас ну, совершенно еще новому. Поэтому, в общем-то, мы особых проблем в этом и не видели, потому что практически ничего об этом и не знали. Но вот благодаря этому теперь у нас на факультете существует магистратура по инклюзивному образованию. На сегодняшний день достаточно много интересных проектов происходит в университете, в общем, и в том числе вот одно из самых последних наших достижений – это, конечно, взаимодействие с Парижским университетом, Национальным институтом высшего образования и исследований в сфере специального и адаптивного обучения лиц с инвалидностью. Мы взаимодействуем с ними с 2014 года, но вот только в этом году мы смогли выйти на такой уровень, такую ступень, что уже приблизились, практически реализуем программы двойного диплома магистратуры. Ну, об этом я расскажу позже. Вначале просто хотела сказать, что мы тоже не совсем случайные люди в этой проблеме. Прежде чем говорить о том, что мы практически делаем, и наглядно хотела бы показать, какие у нас уже есть достижения в этой области, я, конечно, хотела бы вернуться, сказать несколько слов о теоретической составляющей вопроса, о нашем понимании инклюзии, о том, как мы видим реализацию именно инклюзии, намеренно ушла сейчас от слова инклюзивного образования, потому что ну, про инклюзивное образование можно говорить в разных ракурсах, и чаще всего сейчас говорят об инклюзивном образовании и возвращаясь к конкретным образовательным программам. Это начальное образование, дошкольное образование, начальное, все ступени среднего высшего образования. Я бы хотела все-таки поговорить об инклюзии как таковой и об образовании, вернуться к первоначальному смыслу этого слова, как образование – это нахождение своего образа, который происходит на протяжении всей жизни, от момента нашего рождения до, наверное, ее угасания. Инклюзия сегодня рассматривается, вот при взаимодействии с зарубежными коллегами мы понимаем, что инклюзия сегодня рассматривается не только как включение с какими-то, ну,
неисправностями, я сказала бы так, в организме, в своем развитии, но и рассматривается для очень широкого круга проблем людей. Это и талантливые люди входят сюда, это наши составляющие национальной безопасности. То есть это очень широкое понятие. Но сегодня мы с вами все-таки говорим о инклюзивном образовании в сфере ограничений каких-то возможностей в развитии людей. Итак, вот затянувшие дискуссии о позитивных и негативных сторонах инклюзивного образования приводят нас сегодня к мысли о том, что вот как-то уже поздно говорить, нужно оно или нет, потому что наши вот эти изыскания сталкиваются сейчас, наталкиваются на то, что люди с ограниченными возможностями, они уже существуют и вошли в нашу жизнь, хотим мы этого того или не хотим, нравится нам это или не нравится. Трудности реализации инклюзии в России обуславливаются, с одной стороны, внутренним сопротивлением самого общества, но и с другой, значительной части педагогического сообщества. Достаточно долго у нас в России обсуждается вопрос о том, что первое, что надо делать сначала. То ли подготовить общество к реализации идеи инклюзивного образования, научить нас быть толерантными. По мне, это вообще невозможно научить быть толерантными. Крамольную, наверное, сейчас мысль сказала. И только потом заняться практикой ее реализации. Ну, по нашему мнению, такой подход является ошибочным, так как общество невозможно подготовить к тому, что оно не видит. Этот процесс должен проходить одновременно, целенаправленно и координированно. При этом следует помнить, что люди с проблемами в развитии в нашей стране имели доступ к хорошо организованному процессу образования в специальных учреждениях. И это на самом деле система была блестящей, и сейчас она пока еще функционирует, и она блестяще выстроена. И вопрос не стоит о том, чтобы дать образование людям с ограниченной обеспечить таких людей образованием. Необходимость инклюзивного образования, по нашему мнению, все-таки обуславливается в связи с потребностью интеграции этих людей в общество, в наш социум. Опыт, накопленный за рубежом, очень важен для нас, но и мы очень много подчеркиваем, и очень много срисовываем, если честно, но нельзя его полностью переносить на нашу российскую действительность. Опять же, повторюсь, это связано и с нашим менталитетом, и с, к сожалению, с отсутствием вот такой определенной материально поддерживаемой политики, которая бы позволяла на самом деле участвовать людям, имеющим какие-то особенности в своем развитии, в жизни самого общества. Скорее, наверное, надо все-таки говорить сейчас, если рассматривать инклюзию, говорить о барьерах. Барьеры, которые встречаются на пути современного обучения, обуславливаются как материальной стороной, так и смысловой. Широко используемые в российской версии инклюзивного образования понятие «особые образовательные потребности» настраивает на препятствия, которые, видимо, должны обязательно встретиться в совместном обучении, причем как во внутреннем факторе, то есть в ограничениях, связанных с психофизическими нарушениями самого обучающегося, так и в доступности среды. При этом чаще всего при выделении в особую группу обучающихся с особыми возможностями остается не раскрыта проблема трудностей других обучающихся, и преподавателей в том числе, и родителей этих обучающихся, которые не приписываются, у которых идет нормальное развитие, вот этот ярлык «особые
потребности в образовании не приписывается. Такое представление ведет к тому, что значительные усилия тех образовательных учреждений, которые стремятся отреагировать на разнообразие учеников, группируя их по признакам наличия особых образовательных потребностей или одаренности и талантливости, становятся фрагментарными и разрозненными. Нам кажется, что стоит говорить не об особых образовательных потребностях, а о барьерах, которые могут встретиться на пути обучения и полноценного участия в общественной жизни. Таким образом, мы будем говорить о том, что необходимо сделать, чтобы улучшить обучение любого человека, стремиться нейтрализовать внешние факторы, вызывающие трудности в обучении, во взаимоотношениях субъектов образовательного процесса, культурных различиях, педагогических технологий, политических и управленческих стратегий в этой сфере. Барьеры, которые возникают в этой связи, рассматриваются как внутри образовательного учреждения, так и в самом обществе. Мы относим к ним взаимодействие обучающихся с несоответствующими их потребностям, содержанием и методом образования, отсутствие самой вот этой материальной безбарьерной среды и неготовность общества к толерантным взаимоотношениям с лицами с ограниченными возможностями. Главная миссия инклюзии – это все-таки обеспечение разнообразия возможностей людей, принятие их особенностей как данностей. Нет одинаковых людей. В разнообразии заключается богатство общества. Это то, о чем сегодня Николай Михайлович говорил с самого начала. Мы на самом деле не можем быть априори одинаковые. Господь Бог создал нас всех разными, и, наверное, в этом красота и ценность жизни, которую мы проходим здесь на земле. Если мы не стремимся покончить с различиями, то неизбежно сопоставляем людей друг с другом при оценке их различных достижений, в том числе и образовательных. Но у каждого есть свои пределы сегодняшнего дня, зоны их актуального развития. Поэтому следует говорить о толерантности к таким людям в целом и каждому человеку в отдельности. Но при этом, конечно, под толерантностью стоит понимать не простую терпимость к особенностям другого, но все-таки готовность и умение общаться с людьми с особыми потребностями, дружелюбие, способность учитывать их особенности. Кроме того, это деликатность любых, даже конфликтных ситуаций. И опять возвращаясь к Николаю Михайловичу, соглашусь. Да, возможно, мы не должны делать акцент, что мы должны воспринимать всех людей такими, какими их нет. Вот это вот слово «восприятие». Но мы же с вами тоже, Николай Михайлович, разные. Я здесь немножечко подискутирую, но к этому все-таки, наверное, стоит стремиться. Но я могу быть не права. Толерантность – это готовность принять и взаимодействовать с другими такими, какие они есть. Толерантность находит свое выражение в двух основных сферах. На психологическом уровне, как внутренняя установка и отношение личности и коллектива, на политическом уровне, как действие или осуществляемые через закон и традицию общественные нормы. Как установка, толерантность должна носить характер добровольного, индивидуального выбора. Она не навязывается, а приобретается через воспитание, информацию и личный жизненный опыт. Как действие, толерантность – это активная позиция самоограничения и намеренного невмешательства. Это добровольное согласие на взаимную терпимость разных и противостоящих в несогласии субъектов. Толерантность предполагает или игнорирование, или утверждение превосходства одной из сторон через убеждение, дискуссию и завоевание на свою сторону через аргументацию и демократическую процедуру большого числа сторонников. Необходимо, чтобы срабатывало золотое правило.
нравственности, следует относиться к другому так же, как к себе, а к себе как к другому. Ну, мы знаем, что это практически во всех источников было написано до нас, это есть и в народной педагогике, это есть и во всех религиозных источниках. И не стоит, наверное, отвергать того, что нашими предками уже как бы жизненно выстроено. И этот принцип будет способствовать... Принцип, в общем-то, наверное, способствовал и до нас, и будет в будущем способствовать созданию облегчающих психическое и личностное функционирование всем участникам, ну, в нашем случае, образовательного процесса. Еще одно правило, которое следует придерживаться, это создавая условия для инклюзивного образования. Не обучающиеся созданы для образовательного учреждения. Вот, к сожалению, это касается не только инклюзии, это многих вопросов, проблем педагогических касается. А образовательное учреждение создано для обучающихся. Но позволю себе отойти, это, наверное, не только в образовании, это и про чиновников, можно сказать, и про медицину. Но вот как бы у нас это тоже в нашей сфере тоже остро стоит. Образовательное учреждение должно учитывать потребности всех обучающихся. А не обучающиеся должны подходить под те или иные материальные условия и программы, которые оно реализует. Образовательное заведение должно приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных категорий обучающихся за счет гибкого переструктурирования учета образовательных потребностей каждого включаемого человека. Создание универсальной безбарьерной среды позволит обеспечить доступ к обучению всем, независимо от их способностей. Это будет способствовать успешной социализации всех обучающихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации детей, одаренных детей, из иноязычной среды и тех, кто не принадлежит к перечисленным категориям. В этом процессе первостепенное значение имеет высшее образование, которое призвано сформировать новые компетенции будущих педагогов, сегодня правильно говорим, бакалавров и магистров, и психологов, подготовить их к работе в новых условиях, вооружить их умением самостоятельно усваивать новые знания, непрерывно совершенствоваться, творчески подходить к решению новых проблем. Говоря о создании толерантной среды, немаловажно отметить тот факт, что еще до недавнего времени в обществе считалось, что образовательные потребности человека, имеющие ограничения жизнедеятельности, не могут быть удовлетворены в общеобразовательных учреждениях. Государственная социальная политика в России была ориентирована на изоляции таких людей, признавая наиболее благоприятными условия для их развития, обучение и воспитание в специальных коррекционных образовательных учреждениях. Об этом я тоже уже говорила как бы в начале. И хочу сказать, что почему мы все время обращаемся, сегодня именно в инклюзии обращаемся к зарубежному опыту, хотя нас всегда ругают, не надо брать зарубежные. Не все хорошо, что происходит там в науке, в педагогике в частности. Но надо признать факт, что в зарубежных странах, в Америке, в Германии, в Европе, на других континентах государственная политика уже давно строилась на том, чтобы люди с ограниченными возможностями могли существовать в обществе, уметь себя хоть как-то обеспечивать. У нас, к сожалению, это проходит до сих пор с очень большими препятствиями. Современные социокультурные условия социально-экономической ситуации актуализируют качественную трансформацию существующей государственной социальной политики в области социальной защиты прав людей, имеющих отклонения в развитии.
выдвижение приоритета общечеловеческих ценностей повлекло за собой изменения в отношениях нашего общества к людям с проблемами в развитии. Негативное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья сформировалось в обществе в результате стереотипности мышления, страхов, запретов, отсутствия знаний. Причем этот феномен присутствует на всех уровнях. Это и у родителей, и у учителей, и в школах, и у чиновников, да и у самих людей с ограниченными возможностями. Появление информации в средствах массовой информации, телепередач о таких людях, их интересах, проблемах, возможностях самореализации до недавнего времени было вообще очень большой редкостью. Но даже сейчас, когда снимаются такие сюжеты, такие передачи, очень часто неумение правильно преподнести информацию журналистами сводится к тому, что мы приходим вот к басне Крылова «По улице слона водили», как видно на показ. То есть показываются какие-то такие стороны, вот по мне как-то совсем не толерантные эти передачи. Очень часто бывает. И помимо научно-педагогического знания, обеспечивающего формирование гуманистически детерминированного профессионального мировоззрения, содержание программ подготовки педагогов должно носить полифундаментальный и междисциплинарный характер. Поэтому возникает необходимость подготовки специалистов, обладающих системным видением проблем человека с нарушением развития, целостным представлением о путях и методах их преодоления, с опорой на знания о достижениях смежных научных областей, современную научную методологию. В связи с этим в Астраханском государственном университете мы начали подготовку по программе магистратуры социальной работы с профилем советник по доступности и психолого-педагогическому сопровождению лиц с ограниченными возможностями. Цель программы определяется нами как формирование целостных представлений о технологиях создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями, формированию профессиональных компетенций магистра, связанных с готовностью к планированию и реализации социальных программ, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности представителей данной категории населения. При реализации программ мы поставили перед собой такие задачи, как обеспечение достаточного уровня владения знаниями магистрантов о современных теоретических основаниях, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, нормативно-правовые основы создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями, основных технологий создания доступной среды, особенностях создания доступной среды для людей с нарушением зрения, слуха, речи, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. То есть здесь мы как бы ограничили это. Вторая задача – овладение магистрантами первоначальными умениями, анализа законодательных актов, регламентирующих социальную политику в области создания доступной среды, применение на практике технологий создания доступной среды и применение технологий доступной среды в зависимости от специфики ограничений возможностей. Ну и третья задача – это усвоение магистрантами навыков практического использования технологии актуализации ресурсов человека, общества и государства для создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями и способностью оценки качества нормативно-правовых документов и эффективности процесса в области создания доступной среды. Содержание программы, этой программы мы включили в следующие темы. Это понятие инвалидности. Мы рассматриваем такие категории, как инвалид, ребенок-инвалид, инвалидность, врожденная и приобретенная инвалидность, и, естественно, причины
ее возникновения. Ограничения жизнедеятельности, извините, барьеры городской среды, социальные барьеры, модели оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья на современном этапе, медицинская, социальная, социально-экологическая, политико-правовая, рассматриваем здесь же и проблемы культурного плюрализма, причем это рассматривается в ракурсе тоже зарубежных исследований, в частности, вот Парижского университета. Понятие доступной среды для инвалидов и ее сущность. Мы рассматриваем здесь, какая она должна быть, доступная среда, какая она существует во всем мире, ну и, конечно, что есть в России и конкретно, вот, например, в Астраханской области. Международные документы, направленные на защиту прав инвалидов, нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов, нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов в Российской Федерации. Социокультурные технологии создания доступной среды для инвалидов, образовательные технологии создания этой среды, законодательные и проектные технологии для инвалидов, разработка технологий организации и проведение медико-социальной экспертизы. Технологии обеспечения занятости инвалидов и членов их семьи, технологии обеспечения информационной доступности и доступности связи, технологии обеспечения физической доступности зданий, сооружений, инженерной и транспортной инфраструктуры и технологии обеспечения жильем, получения пособий и оформления льгот. Вот. Кроме последнего, про льготы, это мы говорим про Россию. А предыдущие вот раз, два, три темы, которые вы видите сейчас на экране, мы изначально планировали так, нарочно планировали так, специально, неправильно слово сказал, специально планировали так, что это нам рассказывают, это рассказывают студентам наши зарубежные коллеги. Потому что, как не прискорбно это говорить, эти технологии намного лучше развиты за рубежом, чем у нас. И мы стараемся вооружать наших магистрантов самыми передовыми знаниями, чтобы они знали, к чему нужно стремиться. Эта программа реализуется совместно, как я уже сказала, с совместными усилиями нескольких кафедр нашего университета, но и совместно с Парижским университетом. Мы выиграли Erasmus, про который я говорила в начале, на первом там слайде было написано, в этом году. И очень гордимся, очень рады тому, что у нас теперь смогут поехать студенты, обучаться, пройти обучение в этом институте в Париже. И студенты Парижского института могут приехать к нам. Итак, три семестра, это первый, второй, четвертый семестр, наши студенты учатся здесь, в Астраханском госуниверситете. А третий семестр они имеют возможность изучить в Парижском институте. Причем у нас совмещены все планы. Мы очень долго добивались, но смогли найти компромиссы, совместили все зачетные единицы. Мы выровняли, нашли компромиссы и выровняли все компетенции, которые должны были удовлетворить, с одной стороны, нашим стандартам, с другой стороны, не противоречить тем компетенциям, которые
должны получить в магистратуре в Парижском институте. И таким образом, и приезжая, заканчивается обучение здесь, в Астраханском госуниверситете, и онлайн-трансляцией будет защита магистерской диссертации, где наши парижские коллеги совместно с нами будут оценивать магистерскую работу наших магистрантов. Таким образом, мы вот уже стоим на пороге получения, очень ждем этого, первых наших двойных дипломников, магистрантов. И говорить сейчас вот о том, что вот много говорят, у нас называется чаще всего и привычнее чаще всего говорить о тьюторстве, что это тьютор должен быть, да, помогать. Но мы, когда разрабатывали свою программу, мы все-таки остановились на том названии, которое предложили нам парижские наши коллеги и включили как в программу именно как советник по доступности. Это прям терминология, которую мы взяли из Франции. И вы знаете, мы не прогадали, оказалось заинтересовано и Министерство образования, что такие специалисты нужны. В общем-то, набор был неплохой в этом году, магистратуру нашу. И надеемся, что через уже год, уже полгода наши студенты поедут обучаться во Францию. Маргинализация инвалидов связана с трудностью отхода российского общества от позиции патернализма. Концепция универсального дизайна для равноправного участия всех членов общества, независимо от их возможностей, что препятствует созданию единого социокультурного и образовательного пространства, удобного для всех без исключения лиц. Универсальный дизайн – это дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призвано сделать их в максимально возможной степени пригодным к использованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. К принципам универсального дизайна относятся 7 ниже приведенных правил. Вот дальше несколько слайдов мы будем говорить об этих правилах. Мы не выдумали их, мы воспользовались тоже материалом наших зарубежных коллег, российских коллег. Мы просто приняли эти правила и считаем, что это вот именно так и должно быть. Итак, первое правило – это равенство в использовании. Данный принцип подразумевает использование продуктов и услуг всеми, без исключения членами общества, людьми с различными физическими возможностями. При этом особо не выделяется ни одна из групп населения, а неприкосновенность частной жизни, надежной и безопасной эксплуатации обеспечивается всем. Гибкость в использовании. Производителями должны учитываться определенные особенности и предпочтения потребителей, например, левшей и правшей, людей с различной скоростью реакции, и обеспечена возможность вариантов использования услуг и предметов. Простой и интуитивно понятный дизайн. Всякий человек, независимо от опыта, уровня грамотности, знаний языка, способности сконцентрировать внимание, должен понимать, как использовать продукт. Производитель услуги или товара должен обеспечить наличие эффективных подсказок при расположении информации, обязательно учесть степень ее значимости. Следующее правило – легко воспринимаемая информация. Полезная и нужная информация должна представлять максимально понятные и многократные по-разному. Это должно быть и визуальное, тактильное, и вербальное. Ее восприятие не должно зависеть от условий внешней среды и от индивидуальных особенностей человека. Инструкции и правила должны быть просты и понятны, обеспечена возможность восприятия информации людьми, использующими разнообразные средства и технологии.
Допустимость ошибки – следующее правило. Человеку свойственно ошибаться, и даже без вот этого ярлыка с особыми потребностями жизнедеятельности, нормативно развивающему человеку тоже свойственно ошибаться. И я считаю, что этот принцип должен вообще существовать как техника безопасности. И вот чтобы избежать этих негативных последствий и непреднамеренных или случайных действий пользователя, при организации любой среды необходимо устранить и изолировать факторы риска и опасности, обеспечить доступность к наиболее часто востребованным элементам, предупредить опасные последствия при поломках и технических неисправностях, информировать о возможных опасных и ошибочных ситуациях, воспрепятствовать неосознанным действиям при выполнении ответственных заданий и работ. Следующее правило. Низкое физическое усилие. Использование всех элементов среды или какой-либо услуги должно быть эффективным и удобным, применяться без особого усилия. Следующее правило – размер и пространство для доступа и использования. При использовании продукта или услуги должно быть предусмотрено достаточно пространства как для самого потребителя, так и в случае необходимости для его помощника, обеспечен удобный подход и доступ к важным элементам и их видимость. Условие доступности должно выполняться для всех пользователей, независимо от роста фигуры, подвижности, размеров руки и силы воздействия. Учитывая данные принципы при проектировании и создании обстановки предметов услуг, можно создать среду, в которой комфортно будут себя ощущать все категории населения. При этом огромное значение сегодня отводится в первую очередь материальным и психологическим составляющим, жизнеобеспечение лиц с особым потребностям, а социально-культурные потребности часто остаются вне поля зрения педагогов. Но следует помнить, что социально-культурная деятельность является мощным средством развития позитивного взаимоотношения в образовательной среде. Человек с ограниченными возможностями, лишенный обычного общения, полноценных социальных контактов, которые испытывает физические и моральные страдания в культуре и через нее может найти поддержку и опору. Осваивая культурные ценности, добиваясь творческих успехов, он уже по-другому воспринимает себя и перестает быть социальным изгоем. Характеризуя современную социальную и культурную среду, нельзя не отметить ее трудную доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. С одной стороны, в силу неадаптированности культурных учреждений, с другой, ввиду ее дороговизны. Социально-культурная среда, конкретное социальное пространство человека, посредством которого он активно включается в культурные связи в обществе. Это его случайные контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, это и конкретное природное и предметное окружение, представленное как открытое к взаимодействию часть социума. Для людей, имеющих серьезные ограничения здоровья, занятие культурным творчеством и обеспечение возможности культурного потребления приобретает гораздо большее, а подчас и определяющее значение для развития и наполнения культурным содержанием их органических способностей, нежели для здоровых лиц, а также лиц, имеющих легкие ограничения здоровья. В силу ограничения доступности культуры и мира человек оказывается вне сферы человеческой деятельности и общения в той мере, в какой он не способен воспринять себя, других. Мир в качестве, соответственно, субъекта, сотрудника или объекта культурного отношения и преобразования. Он не в состоянии ни поделиться своим отношением к себе и миру с другим в культурной форме, ни вступить с ними в сотрудничество. Одним из важных факторов, ограничивающим овладение культурой, является нарушение формирования активности восприятия у людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, тем не менее, активность восприятия и поведение человека не являются замкнутыми в сфере его физических и умственных способностей.
Отношение человека к миру опосредовано культурой. Культура имеет ключевое значение в процессе восприятия. Органические дефекты развития личности напрямую связаны с нарушением формирования культуры осмысленного отношения личности к себе, к другим и к миру в целом. Таким образом, создание условий, способствующих доступности культурной сферы для человека с ограниченными возможностями здоровья, будет способствовать его реабилитации. Доступность культуры как основы общения человека с другими людьми и развитие его способности к деятельности оказывается ключевой для его развития. Ограничение доступности социально-культурной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья приводит к их дезадаптации, нарушениям социализации, маргинализации. В связи с этим мы, с одной стороны, включаем таких студентов в активную социальную деятельность, с другой стороны, готовим такие мероприятия, которые бы стали доступны такой категории людей. Гостями наших творческих мастерских и фестивалей часто бывают люди с нарушением координации движения, с нарушением слуха. Ну, вот с самого начала я сказала, что будем рассказывать о практике, вот о практике уже как о магистратуре внедрения двойных дипломов по советнику по доступности, я уже сказала, а сейчас я хотела бы, конечно, сделать акцент, вот много мы говорим об инклюзии, говорим, что надо что-то делать, часто это сводится, ну, по крайней мере, у руководства, вот поставить пандусы, там, в новом здании сделать доступный туалет, потому что в старом его это уже, в принципе, невозможно сделать. Ну вот какие-то такие вещи просто знаковые. Но мы на факультете со специалистами, своими коллегами подумали, что надо нам самим начать с чего-то, с малого, с себя. У нас в очень хороших друзьях находится общество глухонемых, интернат для глухонемых. И, в общем-то, это была инициатива наших студентов говорить, начать работать именно в этом направлении. Вот я здесь одним глазом смотрю на комментарии. Кто-то говорит, что были, да, были в мае месяце на нашем семинаре. В общем-то, было интересно все. Но я увидела, вот Ольга Крехтунова говорит, на семинаре не было ни одного человека с ограничениями. Были. Я вам больше скажу. Они не просто там присутствовали. Среди них были наши студенты. Но мы не стараемся делать так, чтобы они подавали, презентовали себя так, ловил я много разных рыбок. Я знаю клевые места, где море девичьих улыбок, поймать чего-то, как с куста. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Когда клюет, тогда полсотни, могу я за ночь натаскать. От Ленинградки и до Капотни гуляют стаи всяких Тань и Кать. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Только ты, 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 только ты. Ловил я много, ловил я часто, пираний тоже я ловил.
А как-то раз с огромной пастью попался прямо крокодил. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Так вот, то, что сейчас вот мы посмотрели, это вот молодые люди, вы видели, одни мальчишки, это, эту песню они сами перевели на язык жестов, и, конечно, им помогали специалисты. Специалисты как раз вот из тех обществ, которые... Кто-то что-то не туда нажал? Из тех обществ, с которыми мы как раз вот дружим. Это нам помогла сделать наша школа жестового русского языка. Можно мне вернуться? Спасибо. Итак, для наших студентов, для преподавателей, для всего обслуживающего персонала нашего университета, у нас создана школа основ русского жестового языка. Мы пришли к этому не просто, это вот, я как уже проговорила, это наши студенты нас к этому подтолкнули, потому что на самом деле достаточно количество людей у нас с нарушением слуха в области, но нет ни одного культурного заведения, никаких культурных мероприятий, кроме тех, которые они в своих школах изолированно делают сами для себя. Нет таких мероприятий, где эти мероприятия... Мы когда-то пришли сюда, незнакомый ни ты, ни я, не вместе, не рядом. Дни за днями летели, летели, как сны. Нам казалось, что мы одни. История разных стран.
песней своей мы вместе. Будь с нами. Мы с тобой — это наш успех, АГУ соберет нас всех. Мы вместе. Я видел страшные мечты. Не верил в того, что не верил. А я не верю ничему.
ни снам, ни сладким уверением, ни даже сердцу твоему. Тогда боялись мы султана, а правил бутшаком баша с высоких башен Акермана. Я могу вас вызвать, моя душа в то время радостью не делая. Постой, дождемся дня. Уж поздно. Как ты, Робка, любишь? Минуту. Ты меня позвал. Минуту. Ну послушай, если без меня проснется муж, он будет... Проснулся я. Куда ты? Скажи, Дёма, он хорошо и здесь, у гроба. Беги, мой друг, беги. Постой. Куда, красавец молодой? А? Бежать! Олега! Посмотри на себя, ты весь покрытым кровью, что ты сделал? Теперь держи его, любовью! Нет, полно! Не боюсь тебя, твою угрозу презираю, твое убийство проклинаю! Умри же ты! Показывает этот видеоряд. Я так думаю, что будет возможность, кто захочет его посмотреть самостоятельно. Вы видели, действие разворачивается на сцене, по бокам стоят студентки, девочки, которые переводят слово в слово Пушкина на языковой, на жестовый язык. Здесь вот я бы хотела еще вот что сказать. Мы с удовольствием открыты, вот наши контакты сейчас вы видите, мы с удовольствием открыты к любым взаимодействиям и готовы сотрудничать, если кто-то, вот кто смотрит нас, у кого-то есть вот тоже такие практические выходы именно по социокультурной деятельности, какие-то интересные находки, пожалуйста, может быть, вместе подумаем о проведении каких-то совместных мероприятий во благо всех наших студентов, которых мы обучаем, и людей, которые... Мы готовы тоже приехать, мы готовы у себя принять вас, пожалуйста, и людей, которые имеют ограничения
возможностей. Мы очень хотели бы, конечно, пообщаться именно в этом направлении. Для нас это очень важно. И мы хотим, обучаемся и хотим обучаться дальше, делать какие-то именно конкретные шаги, какие-то конкретные вещи. Потому что хотя бы одного, двух, трех, пять, десять человек мы обеспечим социокультурной реабилитацией в плане инклюзии, вот, абилитации, как сегодня было проговорено, это уже будет большое достижение. Я здесь увидела вопрос. Сейчас я... Меня учили вчера. Сейчас я делаю. Я здесь увидела вопрос. А, вот на чат. А, вот. Ну. Я здесь увидела вопрос. Сейчас не вижу. А, все ли выпускники вашего университета пошли работать в школы? Честно говорю, не все. Потому что у нас не всех учат для школ, у нас государственный университет. Но те педагогические специальности, которые получают наши ребята, ну, процентов 90-95 идут в школы. И этому играет, еще способствует, ну, во-первых, конечно, что мы мотивируем, чтобы они пошли в школу, но еще лучше мотивирует это за нас наше государство. Это одна из немногих профессий, которая сегодня дает реальный возможность заработка и получения социального пакета. Поэтому ребята, получающие педагогическое образование, с удовольствием у нас в регионе идут в школы. Я могу сказать про свой факультет. У меня учителя начальных классов, учителя физической культуры и воспитатели. И социальные педагоги, еще психолог и социальный педагог. Вот все перечисленные специальности стопроцентно хотят попасть на рабочие места по своей специальности. К сожалению, не всегда это получается из-за отсутствия таковых. Поэтому мы, конечно, ведем особую большую работу по поиску им работы по специальности. Но есть, конечно, какой-то процент, который понимает, что они ошиблись. Вот главного героя, если вы видели сейчас в «Цыганах», мальчишка, он поступил на социального педагога, учится, кстати, хорошо, практически отличник, но ему вот нравится быть на сцене. И я так подозреваю, что он не пойдет работать социальным педагогом, он пойдет вот куда-то в социокультурную сферу. Есть и такое.